Ну и Казахстан не будет ставить барьеры в случае притока российских трудовых мигрантов. Об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов. Он уточнил, что квота на иностранную рабочую силу в Казахстане не распространяется на граждан России и других стран ЕАЭС. Вместе с тем, Министерство труда не может обязать казахстанские компании ставить в приоритет трудоустройство казахстанцев, сообщил глава ведомства. Отметим, тема массовой миграции российских кадров в Казахстан из-за западных санкций сейчас активно обсуждается в соцсетях среди казахстанской общественности. И Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстан, да, у нас мы в едином экономическом союзе. Поэтому у нас трудовые ресурсы, они беспрепятственно могут воспользоваться наши в России, российские и у нас. Сейчас такого потока не наблюдается.